Привет, это 1.1, наш Дариновский Биг Спорт против Сайкапа Квела, и как там правильно, ник. Ну, смотрим пики на профит. Так, заказывается висп, тут два виспа, друид ставится. Так, а тут конь, ну, получается, да, еще один висп, и походу будут ходить венком, что Сашка наш, Гроули, Биг Спорт, тире. Ну, я думаю, у них все симпатично будет, очень будет динамичная игра. Так, скорее всего, какой-нибудь фантомчик тут будет. Вообще очень любят ст5 фантомов делать. То очень правильно. Хотя не очень удобно дефается вторая волна. Потому что синергии нету коня с фантомом не апнутым. Фантом жалко не добивает, а конь с одной тычки, и получается синергии нету. Ну, посмотрим, что Сашка на второй левел добавит. Наверное, какой-нибудь 110 юнит, какой-нибудь кэп. Так, сейчас посмотрим, как юнит будет биться. Очень интересно, как друид. О, выбежал. Практически одинаково, чуть конь, конечно, быстрее видно. Или нет. Вот когда молнию дают друид, получается, немного догоняет. И потом обратно встает за счет скорости. Так, будет ли закид на второй? Да, от Сашки пошел. Так, Квела. Я не знаю как. А, вот хил. Ну, не знаю, дело такое. Хил с подусы тоже не убивает с одной тычки. Ну вот так вот еще. Так, а тут что Сашка добавляет? Сашка добавляет. Раз, два, вот. И что-нибудь, дазл какой-то? Или краб? Нет, геомантер. Так, тут что, 177. На орка не хватит, максимум верно, но это походу будет закид на третий, и это будет орк, интересно. А Сашка лучку еще добавил, ну, должен ликнуть. Урса немного затерлась. Да, сейчас вот сразу начнет идти. Ну вот, хил. Оп. Ну, 4 жабы и урса. Что есть, что нету. Надо походу орк будет закид. Так, Сашка сделал 4-0 уже. Так, что пошел? Нет, урса. Походу он две ауры будет кидать. Ну да, хермит, ком. Или это командор будет. Посмотрим. Так, что добавит Квела? Центра, ага. Тут
Сашка не может ничего построить, точнее не может капнуть геомансера. Ему придется отвод продавать от этого дальнего виспа. Что он сделает? Так, тут хермит пошел все-таки. А, вот капитан. Ну, мне кажется, Сашка ликнет хорошо, даже с двойным отводом. Будет он кидать ли хермита. Или не, не хватит даже на хермита. Наверное, это будет закид на четвертый. Да, он не кинул. Ну, стакай. Вот. Неплохой стак пошел. Сашка мог курсу подрезать, но что-то не захотел. Да, это все сейчас ляжет быстро. Большой будет лик. Один, 5-0. Так, регенку добавил, Сашка. Так. Он будет там. А, вот закид пошел. При мента. О, так тут еще и хилок. Быстрая игра. Да, минус хил на третьей волне. Что не очень айс. Мне кажется, если бы он попытался Урсу стакнуть, а и убить ее, возможно, не такой большой лик и был бы. Дамага, по идее, бы хватило бы, являясь капитаном. Но он этого не сделал. Так, пошел спам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ментов. Так, и тут, ну, по идее, это лик. Потому что Кнайт выбежит вперед, и он сразу отхватит люлей. Да, и хил. Сколько у него там? 400 дистанция. Тут 400 дистанции, получается, все равно хил, по идее, должен быть спереди луны. Ага, он там еще докидал. Да, неплохо, 8 ментов. Ну, по идее, это лик. Ну, посмотрим, что будет. Может быть, кот ничего не решит. Посмотрим, сколько он убьет. Вот, менты пошли. Менты пошли. И... Вот, Кнайт сдох. Хотя так неплохой урон распределяется сейчас. Да, это лик, но будет лик, наверное, не сильно большой. Да, штуки 7, 7, 8, да. А, Квел, я не знаю, как правильно. Делает 5-2, странный ник. Да, довольно тяжело выговаривается он. Так, будет ли закид на пятую? 170 диров, 180. Нет, закида не будет. Будет сразу на седьмой. Ну, в принципе, правильно. А какого-то... сейчас будет минус кинг писаться.
Я не знаю, чьи это будет, чей жар будет. Так, вот два капитана и заролил и получил дерево. Ну, по сути, Сашке сейчас надо апать, потому что достаточно много на 7 закинет. Уже есть 300 дерева. Он даже не построился. Ну, опасно было, по сути. Тут даже пахнет ликом. Да. Одна луна. Хе. 13 штук. Весело. Так, Сашка делает 7-1. Это выгодно, в принципе, потому что 7-2 и столько дерева, будет хороший закид на 7. Регенка будет ли тут, интересно. Так, а вот регеночка есть. На третью волну красный кинул 7 плюс 5. Да, он два раза получается. Или нет, один. Так, что Сашка делает? Сашка должна под дерево. И потом на седьмую должна под двух кокеров. Ой, я монстров кокеров. Ставит краба. Зачем, непонятно. Вот еще один кнайт добавляется. Но если я прав, то жар у красного. Да, я могу быть, да. А не. Жар все-таки, если я выделяю, значит мобы получается противника. Ну, где-то так, по идее, жар должен быть у Сашки. Еле-еле дыхается. Ну, дыф нет, по идее, да? Дыф. Оп, оп, оп. Да, это деф. Так, что накидал тут орк, уса, хермит и куча спама. А Сашка кинул пачку аур. Ну. Так, а что дальше? Дальше Гидра. Странный выбор. Зачем тогда ставить кокер этих геомансеров, если их не апать вообще? Получается так. Юниты все не апнутые, синергия сраная. Тут бы надо было дерться, хотя бы апнуть, чтобы замедляло. А вот Сашка сделал мега крутое отводище. Охо-хо, яйцо есть. Ну вот так вот неплохо. Сашка любит настраивать отвод. Так, тут продолжается спамокидание. Ага. Тут апается конь, кстати. Мне кажется, и Сашка пустит, и красный. Так, так себе. Вот, орк отдыхает.
менты вздыхают. Неплохо. Чтобы еще Хермика бы убила, ну, то дело такое. Да, если заказывают дерево, значит все-таки жар у него еще неплохо дефает. Учитывая, сколько ему пришло. Так, еще у Хермита под конец. Ну, да, круто. Так, я был прав? Нет. Все-таки на топе жар. А может и там жар. Сейчас будем смотреть. Так, а тут что у нас? И тут же. Да, интересно. Ох, как бы. Нет, тут хилу не отдадут. Сашка докидывает, надеется. Продавите на восьмой. Кстати, на восьмой продавит еще как. Даже если он луну поставит. Две луны ничего не решит, потому что там у него куча хэвиков, точнее куча как кавалер этот и кнайт неапнутый. К походу ждет апа. Так, у Сашки есть регенка? Да, вроде есть регенка. Так, что будет делать? Ядро апа. Ну, так вот неплохо. Хотя, наверное, было лучше было бы апнуть Лину. Да и хватило бы. Он, походу, тоже ждет засыл на восьмой. Но тут нет его. Так. Ну, в принципе, ровно идут. Правда, у Сашки валы больше. Как ни странно. Ну, это лик. Это лик. Сашка тут легко дефнет. Будет заказывать 7-4, скорее всего. Квела что-то течет. Заранее извиняюсь. Я не знаю, как правильно читать этот ник. Так, Сашке одной голды не хватило на 7-4. Мне кажется, он будет досылать еще на 9, он любит 9. А вот, кстати, хилка и уходит-то. Вроде бы. Хилочка-то уходит. Да-да-да. Или нет, не уходит, Леха. Да, хилка уходит. Ну вот теперь без хилок все намного интереснее. Так, будет ли Сашка закидывать на 9? Мне вот самое больше интересует. То, что он будет 7-4 делать, это 100%. Да, он досылает командера. Но, не знаю, мне кажется, одного командера этого не хватит. Вот на 7-5 не хватает Сашки. Жалко. Так, будет ли он Урсу докидывать? Или что-нибудь это подобное? Вот тут добавляется дух. Саня ничего не добавляет. Ну, да, он так и дефнет. Гидра и друид. Вполне легко. А, вот еще хермит. Ну, дело такое, я бы Урсу бы дал бы, но тут на любителя. Может, ему не хватало? Не, хватало. Ладно. Так, и что? Ну, мне кажется, это мало будет. Все-таки кавалер с 2000 убивает зомбака. Получается, он еще там пассивка такая неплохая. Еще подхил есть, имеется. Сейчас посмотрим. Но если он ликнет, то он должен мало ликнуть.
Так, вот, закид дальше идет. Так, так, няпнутый уже упал. Ну, хотя, да, я был не прав. Кавалер сейчас развалится. Это сколько? Максимум еще одну штуку убьет. Не, не убил даже. Да, сейчас покормится. 7-5 не будет делать ли? Сейчас посмотрим. Мне кажется, что у Сашки можно делать 7-5, апнуть друида и все на этом. Вот это так, чисто в теории. Он, наверное, копит на 7-5. Будет ли 7-5? Нет, не будет. Думаю, значит будет передев. У меня будет 1700 где-то. Больше даже. 1800 валы, 7-4. Интересно, что он будет строить. Минуту, то, что он будет апать это 100%, наверное, еще дерево апнет. И он, наверное, еще одну руку кинул. Так, ну, Лина и копит на ап дерево. Ну, что, ап дерево, этот, ферму точнее. Тут закид вообще слабый. Ну, 900, да? Ну, антигулю поставил. Жабу дополнительную поставил, чтобы точно согрелась. А, вот еще капитаны. Ну, блин, 1800. Это, конечно, жестоко. Да, но интересно, неплохая игра вышла. Ненормально, смотрите. Благо дерево. Сам себя перемудрил. Ну ничего, я думаю, спамом быстро убьет. Как раз ТПшница войска. Так, ну да, должен сейчас ТП сразу. Вот, ТП сразу. Так, на дуэли он ничего не кидает. Наверное, будет закапливать на какую-нибудь 12-ю волну. На 11-ю, 12-ю. Ну, я туда написал. Да, дуэль за Сашей за счет Лины игры. Легкая дуэль. Просто он считай ничего не теряет. Гидра целая, просто целая. Так, и кто на какой будет копить? Ну, пик более очень хороший. У Сашки получается. У него есть капитан, есть Лина, дерево. Все, что доктор прописал. Так, ну по инкому
чуть-чуть выше красный. Повалил Сашка выше. Так, вот Зертит пошел на 12-ю волну от красного. Варлок и спам. Интересно, ауры будут какие-нибудь? Я не знаю. Ну, а Сашка что думает? Сашка, наверное, ну, вообще должен кидать, по идее. Типа кармануться. Получается, если бы он размен бы сейчас пошел бы, возможно, было бы продавило. 1000 уже дерева, и пока ничего не известно. Да, походу он не собирается кидать. Это спасет красного от поражения. Так, эти жабы, по идее, должны удаляться будет. Вот это тоже жаба должна удаляться. Так, что он добавит? Так, он добавляет еще одну гидру. Левитана. Или Сигант. И 180 гидра есть. Ой, золото. Что он построит? Он тигулю забыл продать. Ну а по дерево что ли тогда? Пусть чуть-чуть потанкует. А, вот Акашу построил. Ну да, он сейчас запается. Он то, что пустит, то пустит. Ну, нежелательно было бы пускать вообще. О, яйцо сажало, неплохо. Клик будет, но вопрос какой, я в этом не эксперт на глаз. О, варлок, они. Командер, вот сейчас командер сдохнет. Многовато так, по сути. Да, 23 штуки надо апать. Мне кажется, если бы размен пошел бы, красного меньше шансов было бы. Все-таки вала на 200 выше. Так вот можно и проиграть. Неправильный зап. Ну, варлока, варлока, бей, варлока. А, нормально тут все. Да, все преимущество Сашки превратилось в ничто, по сути. Потому что уже красный вырвался по инку, и он еще сейчас подкормится, получается, примерно выйдет в такой же вале, как и Сашка наш. Так, а по сути, сколько там было? А, уже апает, ага. Тут лорды, вот это неплохо. Так, что он уже будет продавать? Делать 7-8, тут что, тут остается 7-7. Ну, по сути, еще раз можно апнуть Сашки, у него вала так высокая. Что там регенка? Регенка-то слабая, ну что надо шапнуть, наверное. Ну да, по сути так король одинаково апнул, тут больше регенки. А тут больше хп получается. Что там пишут? Так, местные писали.
будет ли ап? Я бы еще регеночку бы добавил. Там вообще вроде регенки нету. Ну, Сашка остался 7-8. Походу не хочет испытывать судьбу. 14-й. Тут вот 7-8 тоже делается. Бля. Так, что нахуй? Что? Так, ну регенку уже добавь, ешкин кот. Вала, вау, обоих. Ну от 17-й ни у кого нету юнитов нормальных. А тут регенка очень слабая. Фу, 1200, 1200. Кстати, по вале так и осталась разница между ними где-то в 200. Кстати, Санька так может и проиграть, если он регенку так не апнет, если будет какой-то размен. А вот кидает на 14 получается. Ну это интересно. И что он кинет за 800? Кстати, а вот этот же не готов, в принципе, или готов к 15-й? Ну я думаю, он сильно не пустит. А что там? 1500. Ну да, ему придется апать короля. Что это будет, какой-нибудь голем? Или кракен с бегемотом? Так, горгулья. Ага, даже так. Сашка уже не первый раз экспериментирует с таким минимальным засылом. Вот кракена сейчас кинет, да? Ага. Ну, получается, его пробьет и ему придется апать дальше. Хотя вала так по сути не норм. Наверное. А, Сашка прогадал. Так, Сашка, что делает у нас? Да, он не апает. Получается, он на 17-ю закинет. И у Сашки большие проблемы. Ну, вряд ли это пробьет. Да. Тут Шазар просто добьет. Или нет? Ну, красный уже накопил на кракена и демона. Получается, он неплохой засыл закинет.
Сашка тут пытается крабами обложиться, что очень не есть хорошо. Крабы вообще 17-ю не дефают. Они медленные и дорогие, по сути. Не тот юнит, который соответствует цена-качество. Вот. Получается. 140 атаки с аурой капитана. Ну, пусть он бьет там 170 по голему. Голем так немного жирновастее. Ему приходится по несколько тычек делать. Чтобы будет зайти на 17 от красного. Интересно. Не кидает. О, тут походу что лик. Ну если так, то с 18, наверное, проблем там меньше будет. Сашки, хотя там гидры. Да, вот там пошел. Ну, если Сашка переживет его закид, то это уже будет 20 плюс игра. Что еще будет крабов добавлять? Сашка так и Гера не апнул. Ай-яй-яй-яй. А че ж ты Гера-то не апаешь? Сашка. Ну какие-то у Сашки небольшие есть ошибки. Вот че бы Гера бы не апнуть, он же замедляет. Вообще, вот надо два деревца хотя бы апнутых к таким волнам. К литовым. Не убер литовым, а к литовым. Они эффективные. Да, это походу закид на 18 будет. Хороший закид на 18 будет. Надо в краке на 2, в 3. Да, вот закид пошел. Демон кракен. Тайт. Бегемот. Так, сколько у голема? 699 хп. Краб очень бы. Ну да, они не очень эффективны. Все остаются 79. Ну если бы Сашка, например, докинул бы на 17, я думаю, пробило бы хорошо бы. Еще один кракен идет. Я думаю, еще один будет кракен. Ну вот сейчас ворлок бы и кракена будет ждать. Да. Будет ждать кракена. Что делать Сашка? Сашка продает всех крабов, которые готовил на. Блин, ну почему ж ты Гера-то не апаешь? Сашка. Ну да, он тупо делает неапнутых гидр. У них все-таки нормал атака. Ты апнута Гера, а? Не хочет. Так, что там, еще один кракен, да, ну как я говорил, будет еще один кракен. И, наверное, какой-нибудь волк. Нет, командора добавил.
Ну, это неплохой засыл, учитывая, что в Сашке нету хила. Сейчас посмотрим, как няпнутые гидры будут дефать. Дело такое, что... Фу-фу. Мне кажется, это конечно для Сашки. Немного Саша перемудрил. Все-таки надо было ставить хотя бы еще деревцо и апать то, что имеется. Или что ли он заролил, я не понимаю. Но это его хорошо пробьет. Да, это ГГ. При Кракена это не дефается. Да, учитывая, что он даже криво стакнул для демона. Так, что там, король? Даже не да, понял. Не хватило. Ладно, всем спасибо за просмотр. Была интересная катка.